Около 260 километров улиц Твери отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в ближайшие 5 лет. В этом же году в рамках нацпроекта в областном центре планируется отремонтировать более 61,5 километров уличной дорожной сети. Ремонт в 2020-м предполагается на основных улицах во всех 4 районах города. Подробности о ремонтной кампании этого года в сюжете прямо сейчас. В 2020-м будет продолжен капремонт путепровода через ОЖД на Бурашевском шоссе. Также запланирована разработка проектной документации по реконструкции участков Московского, Бурашевского, Старицкого шоссе, строительство вылетных магистралей в направлении Бежецка, Кимра и других объектов. В центре внимания властей – комплексный контроль за проведением дорожных работ, соблюдением стандартов и качеством выполненного ремонта. Качество и процедуру приемки выполненных дорожных работ. Это тоже для нас является важным аспектом всей программы по реализации дорожных работ на территории нашего региона. Подрядным организациям перед началом работ будет необходимо представить подробный график их проведения. Также важно обеспечить культуру проведения дорожных работ, установить ограждения, дорожные знаки, которые будут гарантировать безопасность участников дорожного движения. Также важные технологии выполнения работ, предложения по устройству тротуаров, внедрение современных решений при ремонте уличных трасс. В частности, на дорогах Твери планируется обустройство так называемых плавающих люков. В отличие от стандартных конструкций, изделия монтируются не на бетонный коллектор, а на основание дорожного полотна. Это обеспечивает равномерное проседание люка и покрытие проезжей части под нагрузкой, вызванной транспортным потоком. При устройстве плавающих люков обеспечивается большая безопасность при эксплуатации и сокращается издержки, связанные с ремонтом.